Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И продолжаем свои приключения с Варишкой Бобом. Ну что, ребята, давайте-ка пойдем за новыми приключениями. Остановились мы с вами на 13-м домике. Давайте сначала прикупим себе что-нибудь новенькое и интересненькое. Посмотрим, Варишка Боб, что тут у тебя есть интересненького. И на что же нам хватит-то наших денежек? Так, костюм строителя, костюм ковбоя, ого-го. Ну, остановимся на костюме Росомахи. Мне он, допустим, очень нравится. Ребята, а вам нравится костюм Росомахи? Не жалейте, ставьте лайки нашему Бобу. Так, Боб, сколько ж мы тут с тобой всего набрали? Остался нам последний предмет. Интересно, что же это будет за предмет? Ребята, а вы уже взяли последний предмет? Напишите в комментариях. Ну что, пойдем, Варишка Боб. Ого-го, и у нас тут уже две мумии. И мы, судя по всему, оказались-то в музее. Да, непросто нам будет, ой, непросто. Мумии, боюсь, нас как цапнут, как куда-нибудь утащат. Так, Варишка Боб. Куда же нам с тобой пойти? Ай, вижу, все. Нам нужна уже картина. Го, мумии гонятся. Ух, какая злюка-то какая. Так, туда нам тоже не получится. Дело в том, что там у нас сигнализация. Еще и камеры. Вот это напоследок уровень. Так, все, ничего тут нету. Давай, Варишка Боб, осторожней. Все, пробрались. Так, что это там за туалет? Мумии в туалет захотели? Нет, не захотели. Не пошли они в туалет. Глупые мумии-то какие, ходят друг за другом. А мы зайдем. Так, ничего тут нету. Ого, кто-то спрятал пачку денег. Ребята, кто видит, какой предмет нам нужно взять, поставьте лайк. Так, что там профессор еще мудрит? Интересно, что же он там делает? Ну что? Так, а где же взять нам код? Ай-яй-яй, все, спрятался Варишка Боб. Сейчас пойдем, попробуем отключить наши лазеры. Ой, Боб, молодец, сразу попали. Ну, давай теперь не промахнись. Ай-яй-яй, все отключили. Я испугалась, думала, не то отключила. Ничего страшного. Включили все, то, что нужно. Так, Боб, ты что такое? Соберись, молодец. Нет. Подожди, не волнуйся. Все, отлично, отмыкаем. Спускаемся вниз. И снова мы попали к этим мумиям, да? Теперь мы можем спокойно подняться на лифте. Мумии, расходитесь, расходитесь. И что ж вы только ходите-то друг за другом? Давай, Боб, опускаемся вниз. Поднимаемся с тобой. Лазер отключили, но у нас есть еще тут и камера. Так, а на самом последнем этаже у нас с вами есть компьютер, который тоже охраняется. Все, спрятались. Так, нужно как-то эту дверь сломать, да? Ну давай, Боб, вся надежда на тебя. Ай-яй-яй, как мало времени-то у нас с тобой. Собираем эту картину. Собрали. Так, теперь нам нужно выйти, да? Но выйти нам, походу, просто-то не получится. Нам как-то еще нужно добраться до компьютера. Узнать код от секретной двери. Так, Боб, все, затаились. Все, 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 все. Так, дяденька что-то заподозрил. Ну, Боб, соберись. Так, давай код 5020. Ой-ой-ой-ой. Да что ж ты, дяденька, такой подозрительный? Дяденька, да что ж ты так время-то тянешь? Профессор там дрыхнет во все. Ой-ой, все, успели. Так, дяденька, давай-ка. Ага, камера тоже нас чуть-чуть не засекла. Ой, Боб, давай-ка с тобой как-то тут пошустрее, что ли. И мумии эти, непросто. Так, ребята, кто помнит код? Так, давай, Боб, следующая дверь наша. Ай-яй-яй, чуть-чуть не напали. Ух, какие злые-то. Кидаются на нас. Давай-ка подниматься вверх. Код наш 5020. Так, Боб, давай пробираемся. Так, ага, и за нами уже идет дяденька. Ай-яй-яй. Давай скорее, шустрей. Так,
Ну что, подождем, дяденька найдет наши следы, мумии на него не кинутся. Ну что, давай, давай. Гляньте, а мумии его снова не трогают, только нас трогают. Скорее, Боб, скорее, утираем. У нас с тобой считанные секунды. Все, давай, утирай, утирай. Все, ушли мы от этого дяденьки. Не успел он нас догнать. Взяли мы картину. Ребята, кто знает, что это за картина, напишите в комментариях. И нам дали одну звезду за такой нелегкий уровень. Как же, Боб, несправедливо. Вот и наш Боб удирает на вертолете. Вперед, наверное, спешит за новыми приключениями. Ребята, ну на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал Kids Game Show TV. Напишите в комментариях, какие приключения воришки Боба вы хотели бы увидеть.